Нас волнует, так сказать, и такой момент, что дети гибнут на воде. В этом году мы имеем уже два случая. Ну, первый случай у нас в Старой Моне закончился благополучно. Там восьмиклассник и десятиклассник. Это было 6 июня этого года. Спасли 4-летнего ребенка Артема. Ну а второй случай — это Киясовский район. На одном из сельских прудов два брата без присмотра родителей купались, и один мальчик 2010 года утонул, а брата его спасли местные жители. Кто пойдет отдыхать с детьми, ну, во-первых, не отпускать их одних, они не должны быть без присмотра. Ну, а если вы уже находитесь на воде, то надо помнить, что ребенок и те, кто многие и не умеют плавать, а кто и умеет плавать, могут заплыть, далеко не рассчитать силы. Если место не проверено, нырнуть могут что-то там головой или другими частями тела, поранить себя и так далее. То есть я хотел бы вот родителям сейчас, потому что каникулы, все с детьми отдыхают, и такая у нас озабоченность есть.